Свои двери 13-я школа впервые распахнула 1 сентября 1955 года. За это время небольшое здание и педагогический состав стали родными для почти 2500 выпускников. Еще с момента открытия здесь принято чтить традиции и воспитывать в молодежи патриотичный дух, развивать таланты детей и давать им хорошее фундаментальное образование. Самым главным, наверное, достижением является наш педагогический коллектив, наша дружная семья. Несмотря на то, что у нашей школы маленький домик, но семья у нас большая и очень дружная. И ребята, и педагоги все являются единой семьей, единым домом, в котором и работают педагоги, которые рвутся на свою работу, и ребята, которые хотят учиться. 60-летие школы – это большой праздник как для педагогов, так и для учеников. Они организовали большую торжественную программу, в которой все сумели проявить свои творческие способности. Какой же праздник без цветов и подарков? В этот день юбиляры принимали поздравления от почетных гостей из управления образованием и районной администрации. Глава Владимир Ружицкий поблагодарил педагогов за многолетний труд и отметил, что от их работы зависят целые поколения. Это первый учитель, это и первые друзья, и первая любовь. И, конечно же, это путевка в жизнь, и которая ваша школа привила вот этим людям, которые тут обучались, вот этим юным, я бы даже сказал, талантом, потому что любой человек, ребенок, это талантлив. Другое дело, насколько удается раскрыть этот талант. Я надеюсь, что вы это делали в полную меру, эти таланты детские раскрывали. За приветственным словом последовало и награждение. Преподавательскому составу школы Владимир Петрович вручил почетные грамоты и благодарственные письма. А те, кто отличился в профессии, получили знаки отличия. Сама школа получила от главы сертификат на приобретение спортивного инвентаря. Также юбиляров поздравили коллеги из других образовательных учреждений, ветераны и народные избранники. За последние года, за тот период времени совместной работы, нашей деятельности, которую мы посвятили нашему родному городу, нашим детям, эта школа для меня тоже стала родной. Стоит отметить, что в скором времени на месте старого здания 13-й школы возведут современное образовательное учреждение на 825 мест. Анна Троян, Данил Свидерский, Люберецкое районное телевидение.